Лесной пожар – настоящее стихийное бедствие, ведь огонь губит все живое на своем пути. Его очень сложно остановить, но можно сделать все, чтобы не допустить возгорания. Лесничие начинают подготовку к пожароопасному сезону еще весной. Проводится инструктаж и обучение сотрудников, проверка техники и инвентаря. В распоряжении Звенигородского филиала имеется более 20 патрульных легковых автомашин, инвентарь для тушения лесных пожаров, это ранцевые огнетушители, бензопилы, лопаты, топоры и прочее. И один беспилотный летательный аппарат. Более 96 тысяч гектаров леса находится под контролем Звенигородского лесничества. С момента схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды самый пожароопасный период. В это время использовать мангалы, примусы и другие виды открытого огня в лесопарковой зоне запрещается. Исключения составляют специально оборудованные для этого места. В Одинцовском округе оборудовано 65 зон отдыха. В других местах использование открытого огня допускается. На площадках, отделенных противопожарной минерализованной, то есть очищенной до минерального слоя почвы, полосой шириной не менее полуметра. Открытый огонь, костер, мангал, жаровня. После завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью, тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления. Уже началась подготовка почвы и саженцев к новым посадкам леса. Проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, выборочная очистка и устранение старой древесины. За всей территорией Звенигородского лесничества в целях обнаружения пожаров и нарушений ведется онлайн-наблюдение. Государственными лесными инспекторами Звенигородского филиала выявлено 71 нарушение лесного законодательства. В настоящее время на основании приказов Мособлеса и Комитета лесного хозяйства проводятся рейдовые мероприятия предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины и мероприятия арендаторов. Актуальные новости в сфере лесопользования размещаются в соцсетях. О выявленных нарушениях и обнаружении возгорания можно сообщить, обратившись по телефону горячей линии 8 800 194 00. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».